На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный поединок проходил в Гомеле. БЧ принимал Оршанский «Вита». К сожалению, железнодорожникам не удалось подпортить статистику, показывающую в нынешнем чемпионате идеальный ход энергетикам. Первый тайм остался за хозяевами 2-1. Счет в поединке открыл Евдокимов. Еремин цифры на табло уравнял. Незадолго до сирены на перерыв Гуменюк вновь вывел БЧ вперед. Во втором тайме забивали только оршанцы. Лазюк восстановил паритет, а Роговик и Рось принесли победу Витену 4-2. Энергетики, не потеряв пока ни одного очка, занимают первое место в таблице чемпионата. БЧ располагается на четвертом месте. Гомельский ВРЗ в 15-м туре учинил разгром столичной охране «Динамо» 9-2. Хет-трик в активе «Лося». По дублю оформили «Чернейка» и «Клочко». Вагоностроители по-прежнему на второй строке турнирной таблицы. Светлогорский ЦКК свой матч 15-го тура проведет 6 марта. Соперник – «Борисов 900». Мужской гандбольный «Гомель» в очном поединке уступил вторую строку таблицы чемпионата страны столичному «СКА». Команды встретились в нашем областном центре. Армейцы с первых минут захватили лидерство в счете и до конца поединка инициативы из рук не выпустили. К перерыву гомельчане уступали сопернику 5 мячей. К финальной сирене отрыв возрос до 15. В турнирной таблице «СКА» сравнялся с «Гомелем» по набранным очкам и по дополнительным показателям сдвинул команду Андрея Мочилова на 3 место. Стартовал 17-й сезон детского баскетбольного турнира «Славянская баскетбольная лига». Первый тур состязаний среди юношей 2007 года рождения и моложе прошел в малом зале Гомельского дворца игровых видов спорта. Участвовали 4 команды, 2 из Гомеля и по одной из Могилева и Речицы. В нынешнем сезоне СБЛ стартовала позже обычного из-за пандемии. Собственно, по этой же причине лига пока не добирает и по количеству участников. В первую очередь из-за рубежа. Организаторы надеются, что вскоре ситуация изменится. По крайней мере, команды из России готовы приехать и ждут ослаблений карантинных мер. Мы ни одного тура не пропускаем. У нас единственное, продлится до июля месяца, так и захватим июнь. В связи с тем, что 2 месяца была эта пандемия, не было возможности играть, а так... Чемпионат пройдет в полном объеме и надеемся, что там в марте уже российские команды будут приезжать в зависимости от ситуации. Команда Гродненской «Зюшор» имени Сапеги выиграла первый тур детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» среди юношей 2006 года рождения. Турнир проходил в Гомеле. Гродненская дружина показала 100% результат, одержав 4 победы в 4 матчах. На второй строке расположились хозяева – волейболисты «Зюшор Энергия». Гомельчане проиграли только гродненской команде. Далее расположились «Оршанская «Зюшор» номер 2, столичная «Зюшор» волейбольного клуба «Минск» и солигорская «ДЮСШ» «Шахтер». Второй тур лиги «Мяч над сеткой» пройдет в марте в Солигорске. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».